Да, всем привет. Нет, не надо. Все, подожди. Давай только цетри, да цетри. Ну что ж ты делаешь? А знаешь, как Сейчас можно... Стой, стой, знаешь, как можно эпично здесь сыграть? слон B2. Ну да, ну давай не... Никита, ну дай меня. Я хочу мат дать. Слушай, я депрессия, я проиграл две партии 2000. Ну и что? Да. Не надо мат давать. Ладно, хорошо, сейчас он побьет на ты, мы пойдем конь C3. Нет. Как тебе план? Давай. Ну а в чем идея? Камбэк? Ладно, взяли. Почему не ладьей? Куда ладья и Все, дай пойдет? теперь мне. Ну, Никит, дай мне, все, дай мне, Никит. Коня на D6 поставь. Что ты делаешь? Сейчас, все, Никит, у меня свой план. Сюда! Дай мне. Что это за ужас? Ну, посла на D3 хоть поставь сначала. Нет. Подожди, дай мне, Никит. Так забавно выглядит, когда ты 5 ходов прячешь, чтобы это вести до H5, а он играет H6. Так, тут сейчас шаг будет, да, какой-то? Это никого не интересует. Может, хороший же? Нормально все. Сейчас будет размен ферзей. Так Понял. пойдет. А, тогда сюда. Но G2 висит. Ну и что, это нормально? А, там же ладья загнется. Ну ладно. Ну так размен ферзей. А, нет, так конь, так о нем можно взять. Да. Только что здесь дальше делать, я понятия не имею. Расскажи мне, в чем был твой план? У нас... Нам осталось провести G4, G5 и дать мат. Да, там слон. Ну, осталось провести G4, G5 и дать... Я же тебе говорю. F3, G4. Хорошо, я буду играть по твоему плану. Он чрезвычайно глубок. Блин, ладья защищает. Хорошо. Куда? На G1. Ой, на G2. Ну, на H4 надо бежать, Никит. Ну, чё ты, а? Ладно. Но когда мы пойдем на H4, мы не сможем G5 провести. Почему? Вообще надо было, конечно, на E1 играть. Зачем? Пошло ладья на E3 прикрывало там от матов всяких. Вот видишь, он понял то, что план G5 смертельно опасен, Именно смертельно опасен, ты правильно выразился. Вот, видишь, он боится. Боже, ну и жбан. Ну, F3. Ну это же ужас. Что он делает? Король H2. Никит, ты чем-то недоволен сейчас? Чем? Можно задать тебе вопрос? Куда мы атакуем этими фигурами? Покажи мне. Ну вот видишь, на ферзя напали. Ты видишь, мы атаку на короля проводим. Это очевидно же абсолютно. Мы флаг рубим, по-моему. Ну смотри, а куда ему ферзем ходить? Да, абсолютно. О, Вот боже. видишь, Зачем это было? он психанул. Вот Да, видишь, у нас ладьи заработали, линия же наша. даже тут у него лучше, ты понимаешь? Чего? Выиграно. Не просто лучше, а выиграно. Алло. Да. Да, Алло? походу мне опять придется перезагружать ноутбук, потому что что-то произошло. Я не слышу Никиты, это, видимо, с моим что-то. Ну ладно, давайте в любом случае досмотрим партию. Я один Давай. покомментирую, тем более тут не особо много времени осталось. Все, у нас лишняя ладья. Да, но у него... Ну, много пешек, ну и что? Хорошо, много пешек. У нас зато у нас 37 лишних секунд. Да, ходи, доходи конь F4-то уже или нет? Так, ладья уже может отъесть на А7. Люди психуют, когда. Люди психуют. Точка. Ну что делать дальше? Конь E6 давай. Чё ты пишешь? Пиши по-русски. Отъешь пешку на А7. Молодец. Зачем? Нет. Это бездарно. Ты хочешь выиграть эту партию?
Да. Кстати, по-моему, она закончилась. Отлично. Так, ладно. Нужно, видимо, перезагрузить мой ноутбук, потому что что-то опять случилось с колонками. Они вообще не воспроизводят. Вот вы можете наблюдать ребятам. А тебя, кстати, наверное, Никита, не будет слышно. Ну, FG. Ладья, зачем? А, мат, да. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.